И снова здравствуйте, всем привет, Blender 2.81. Давайте рассмотрим объединение модели, разделение и посмотрим модели, которые я вытащил из игры Армия Мэн и именно Роджер Трупер. Как там все устроено, какие полигоны, ну и как может помочь вот это разделение, объединение, именно чтобы вытащить того или иного персонажа, ту или иную деталь из общей такой массы. Так, ну рассмотрим на примере куба. Итак, вот есть у нас один куб. Если мы делаем Shift-D, дублируем, у нас получается два куба. G, представляем, жмем Ctrl-J. Так, выбираем через Shift второй куб, жмем Ctrl-J. Итак, это у нас теперь один объект. Вот. Заходим в Edit Mode. И как вот разделить их теперь? Нажимаем английскую P. И вот разделение может быть Selection. Это если мы выбираем, ну допустим, вот верхний полигон. И нажмем английскую P. И нажмем Selection. Вот мы отделили вот этот полигон. Зайдя теперь в Object Mode, можем выбрать вот этот полигон и G, скажем, оттащить его. Ctrl-Z. Теперь объединяем полностью вот эти вот три объекта Ctrl-J и заходим в Edit Mode опять. Выбираем английскую A, выбираем весь объект и нажимаем английскую P и By Loose Parts. Зайдя теперь в Object Mode, мы видим, что у нас опять отдельные все вот эти детали. Это G, это G и это G. Так, все с этим понятно. Вот так вот можно теперь с игры вытаскивать именно части какие-то. Delete. И рассмотрим теперь именно вот эти наши, которые я скачал. Из игры вытащил, точнее, объекты. Так, нажимаем сначала Roger Trooper. Импорт. Итак, вот у нас игрушка. Вот так все здесь выглядит. Вы видите, что все сплюснутое. И как это дело подправить? Нажимаем Transpose. И просто все немножко вытягиваем. Ну, не сильно, конечно, но чтобы все было более-менее нормально. Итак, вот у нас Роджер Трупер этот персонаж. Это его напарник Минер. Ну, а это враг. И вот вы крутите, если колесико, вы видите, что дальше оно не приближается. N панель, находим. View. И здесь можно вот эту штуку прибавлять. Допустим, вот так. 50 метров. 246 поставим. И вот назад она трудновато отходите. Ну, модель вот стала поближе. Мы можем его тоже вытащить. Здесь настройки. И я потом еще в конце покажу на примере куба, как это все дело работает. N-панель закроем, смотрим теперь, заходим, выбираем модель, заходим в Edit Mode и смотрим, как тут все устроено. А устроено здесь все вот таким вот образом. Вот такие вот треугольные полигоны. Единственное, что усилены вот эти вот кризы, поставлены дополнительные. И как вот так, это вот взлетная площадка. Давайте рассмотрим еще вот этих персонажей поближе. Вот такие у них полигоны. Вот так тут все выглядит. Так, и у этого гражданина даже ствола нету. Где-то, наверное, пропал. Ну, благо наш персонаж вооружен до зубов. У него на пистолете нету... Не проработан ствол.
Все сделано, вы видите, по-простому, и текстурки нанесены на все вот это дело. Развертка, анимация вставлена. Ее тоже можно, кстати, не всегда, но вытаскивать из игры. Ролик я уже выкладывал на канале, все это дело есть. Ссылку оставлю под этим роликом. Так, что еще? Ну, давайте попробуем снять выделение. Переключиться на вершины, допустим. Выбрать рентген и С нажать. И все дело это вот так вот выделить. Escape, смотрим, как все выделилось. Если что-то вы зацепили, не заморачивайтесь, не волнуйтесь. Это поможет вам тоже клавиша С и колесиком очищаете. Escape. Так, вот еще вершина выделена. Нажимаем С и колесиком очищаем. Ну а теперь нужно вытащить вот этого персонажа. Нажимаем И и можно нажать просто Selection. Также по материалу можно повытаскивать. Так, смотрим Ctrl-Z. Переключимся вот в такой вид и нажмем И Selection. Вот вы видите, что это теперь другой человек. Другой Subtool. Object Mode. Вот это все можно отключить. А вот персонажа мы получаем уже отдельного. Вот такая штукенция. Так, теперь рассмотрим Armia Man. Так, новый. General, don't save. Так, с кубом, как это все дело происходит, сразу покажу. N-панель. Находим опять же вот это View. И когда мы приближаемся к кубу, вот так, вы видите, что мы попадаем вовнутрь куба. Если будем ставить меньше вот этот метраж, фокал, объект будет дальше отдаляться, ближе приближаться. В зависимости от метража вот этого. Если будем прибавлять клип старт, вот этот, вы видите, что исчезновение сразу происходит. Вот. Мы еще не приблизились к кубу, а он уже, вот допустим, исчезает. Во, вот такая штука. Это ставим на 0.01. Ну и конец, end, 1000 метров. Можно тут тоже регулировать. Use local camera, можно значок ставить. Render регион, тоже это можете попробовать. Смотрим, допустим, если вот так это ставим, при рендере будет что-то другое. Я не пробовал вот эти вот функции. Так, ну и что, теперь это delete. И находим файл, и находим Army Man Import Ops Desktop Army Man Import. Здесь все вот так вот вытащено. Тоже интересно. Далековато все стоит. Так, если ее приблизить, ну, здесь вот неудачная вот эта вот штука выскочила. Тоже вот он персонаж. Так, что тут? Можно его уменьшить, вот так вот подальше отвести. И давайте его поднадуем тоже. Так, вот это прибавим побольше. И персонажа натащим так. Ну, вот такой Armia Man. Так, N. Зайдем теперь, выберем персонажа и зайдем в Edit Mode.
Здесь вы видите, что то же самое, хотя разница в игрушках. Роджер Трупер 2006 года, а эта игрушка 2003, по-моему. Забыл я немножко, какого она года. Ну, вот такой вот персонаж. Вот так у него сделан ствол квадратно-гнездовой. Так, что еще? Ну и можем тоже также его выделить, отделить. Так, файл New General, Don't Save, and так, Delete, и файл жмем Import. Сейчас еще один посмотрим. Так, давайте CTL формат посмотрим. Desktop, новая папка. CTL формат как будет выглядеть. Это вот тоже Roger Trooper. Тоже поднадуть его можно. И вот здесь вот можно вот, допустим, вот эту тарелку отделить горы. Здесь вот даже есть самолет. Вот его тоже можно выделить. Смотрим опять же Edit Mode. Здесь вот чуть-чуть по-другому. Кризов поменьше. Смотрим, где еще сделано как. Вот в этом туре уже кризов меньше. Так, где вы тут гаврики? Подойдем с этой стороны. О. Здесь вот все выглядит вот в таком вот образе. Так, еще раз смотрим 1D. Так, New General, Don't Save, опять Delete. И Армия Мэн, вот единственное, что плоховато, Import Ops. Где тут вот Армия Мэн? Еще один вариант я скидывал. Так, что тут у нас? N-панель. Вот Армия Мэн именно в Blender плоховато выглядит. Но в ZBrush будет все выглядеть по-другому. И в ZBrush можно чуть-чуть подкорректировать вот это все дело. Ну а здесь уже отделить или даже отделить и в ZBrush можно. Ну там уже маской маскируйте и Ctrl-W назначайте именно полигруппу. Так. Вот такой вот результат. Смотрим, выбираем. Ну и опять же Edit Mode посмотрим. Вот здесь кризы. Вот все нормально. Человечек. Детали какие-то вот усилены, чтобы четче были. Так, смотрим, что у него тут с лицом. Ну, вот такой у него внешний вид.
треугольные, опять же, полигоны. Раньше говорили, что треугольные вот эти вот полигоны, треугольники не подходят для игр, надо именно нормальные квадратные делать и так далее. А получается тут по сетке, по-моему, по боку, какая она будет. Но это лично мои наблюдения, я так-то не знаю, как закидываются объекты именно в этом. Так, пардоньте, это по... я, наверное, ошибаюсь, это не кризы, это развертка, вот эти все красные части, это там, где проходит развертка. Вот так вот, ага. Вот таким вот образом. Ну, в принципе, что-то это разрезы. Я их за кризы принял. Нет, резко. Ну, словом, вот такая штукенция, вот так вот выглядят вытянутые из игры именно модели. Также можно машины вытаскивать, танки, что угодно. Ссылка внизу под роликом, как это можно сделать. Все, всем пока, до свидания.